Мужчина на кухне – радость для женских глаз. Только вот удивлять кулинарными изысками свою пассию становится тяжелее раз от разу. Да, простые проверенные вещи уже не впечатляют. Нужно что-то действительно эдакое и необычное. Только вот что? Иногда в жизни так не хватает немного волшебства. Но, похоже, сейчас на этой сцене появится настоящий кудесник. Встречайте, Гудини из Одессы, Антон Мазин. Я пришел рассказать, как можно в домашних условиях быстро заморозить сок. Прекрасно. Вот такой вот момент. То есть сорбет такой сделать? Да, именно его. Что-то мы видим, какой-то набор, пока еще не можем понять, что это. У нас есть большой пакет, в него мы будем засыпать лед и еще остальные ингредиенты. Сюда мы будем выливать сок. Я думаю, что можно приступать, чтобы давайте показать. Так. Я вам могу помочь. Вот, это будет замечательно. Лед есть. Лед есть. Соль. Соли надо не жалеть. Засыпаем. Сколько примерно мы засыпаем? Здесь, я так понял, 1,5 килограмма соли. Да, где-то около килограмма можно засыпать. Около даже. Килограмма соли. Да. Дальше мы берем пакетик. Соли? Соли. Открываем. Давайте я буду наливать. Вы мне только скажите, когда достаточно. Ну вот, льем пока. Апельсин наливаем надо. Сок. Наливаем. В данный случай апельсин. Ну, я думаю, хватит. Хватит. Оп, чуть-чуть. Важный момент, надо сделать так, чтобы было как можно меньше воздуха. Почему? Он мешает проведению реакции более быстро. Вот, все, теперь закидываем сюда, добавляем воды. 2 стакана воды получается, да? Да, где-то около 400 миллилитров. Закрываем. И начинаем мешать. Угу. Он не взорвется? Нет, он прочный. Антон, скажите, а кем вы работаете, если не секрет, конечно? Ну, так вот, если посмотреть, то на бармена больше похоже. Да? А кем на самом деле? В нашей жизни приходится все делать. Ага, то есть вы работаете кем угодно? Продаем, перепродаем, покупаем. Одесса, а образование какое получали? Образование, сейчас учусь на маркетолога. Вот. Я просто пытаюсь сейчас другое понять, зачем соль? Соль разъедает лед, этим нагревая его. Там, где нагревается что-то, что-то должно охлаждаться. А-а-а. Охлаждается в данной ситуации. Теплообмен. Сколько минут нужно на то, чтобы сейчас сок превратился в лед? Где-то около 3 минут. 3-4. Около 3 дней. Нет, это слишком много. Антон, а вот Оля спрашивает, зачем вы его теребите? Для того, чтобы реакция быстрее проходила. Ведь соль не размокает в холодной воде. А он перемешивает ее. Размешивает, да. Что, думаете, все? Да. А ну, подождите. Ой-ой-ой. О, черт, я растерялся. Вы хотите, наверное, попробовать? Я хочу попробовать, конечно, хотим я. Да. Скажите, а если просто мы наливаем пакет сок и кладем в морозилку? Ну, это ж долго, это ж 1-2 часа ждать. Это одно. Второе, оно будет там кристаллизируется и будет куском. А вот а такой вот массой, оно, да, более, да. Это по принципу мороженицы. Мороженица так работает. Слушайте, на тебя работает мороженица? У нее и мороженица. А роженица не работает на тебя? Ерунда. Не выбрасывай, все. Марианочка, попробуй. Невкусно? Вкусное, но холодное. Холодное. Это реально крутой совет. Я вообще очень люблю сорбет. И я хотела его сделать в домашних условиях, но когда я его замораживала в холодильнике, даже через каждых 20 минут это все перемешивая, все равно было с кристаллами льда. И мне пришлось за 400 баксов купить мороженицу. О боже! Дом. Да. Это 4 раза сходить на маникюр могу. Если бы я в тот момент знала бы о таком предмете, я бы $400 потратила бы лучше на новые туфли. Я знал о вот этом вот чудесном вот этом свойстве соли и льда.
Я знал, мы когда-то пробовали тоже охлаждать. На самом деле, действительно, можно в кулер, да, обычный этот, который, или там ведро льда. Если вы хотите быстро охладить какой-то напиток, там, в бутылке, в банке, неважно, туда засыпаете соль и помешивая, она вот точно так же охладится гораздо, ну, очень быстро, да, если хотите срочно. Но я наверное, хочу отметить все-таки то, как вы это смогли скомпоновать. Реально получается сорбет в домашних условиях, который ты можешь попробовать где-то в кафе, в ресторане или еще где-то. Я раньше не знал, как можно делать сорбет, если у тебя нет 400 долларов. Это вообще беда. А тут красавчик, что я могу сказать? Спасибо. Антон, бегите быстрее за кулисы, замораживайте шампанское. Я просто уверен в вашей сегодняшней победе. Это был Антон Мазин, город Одесса. Бегите, бегите быстрее. Спасибо большое. Быстрее. Удачи вам, Антон.